В музее Карбышева в 2015 году празднуют сразу несколько дат. 70-летие со дня Победы, юбилейный год со дня рождения героя, круглую дату со дня образования Карбышевского движения в России. Вся работа в этом году посвящена именно 70-летию Победы. Очень много проводится на базе музея различных мероприятий. То есть это классные часы. У нас охотно пользуются классные руководители нашими материалами, которые есть в музее. Мы им их охотно их предоставляем. На базе музея проводятся различные уроки истории, обществознания, краеведения, которые подходят под программу. Я провожу в нашем школьном музее, посвященном Дмитрию Михайловичу, экскурсии пятиклассникам, шестиклассникам, также классам и поменьше. Мы рассказываем о Дмитрии Михайловиче, о его жизни, о его подвиге, о его героизме. Также мы рассказываем о народах Сахалина. Также мы рассказываем о Великой Отечественной войне и пытаемся привить, точнее не пытаемся, а стараемся, прививаем любовь детям к родине и делаем их патриотами. В марте вместе с миротворцами 7-й школы воспитанники музея участвовали в областной акции «Я гражданин России». Из Южно-Сахалинска ребята привезли первое место за издание книги «Чтобы помнили». В новом учебном году самым запоминающимся событием стал 25-й всероссийский слет юных карбышевцев. Мы участвовали в этом году в 25-м слете, который проходил в ноябре, около недели, в Нижнем Новгороде, то есть в военной части города Кстово. В составе музейной группы также провожу вахту памяти в день смерти и рождения Дмитрия Михайловича Карбышева. Также участвую в различных мероприятиях музея, тоже была участником 25-го слета юных карбышевцев. За 4 дня слета активисты поучаствовали в различных викторинах, смотрах, конкурсах и спортивных мероприятиях. Были награждены призовыми дипломами, грамотами. В подарок получили землю из Севастополя, которую теперь бережно хранят в музее. Всего за всю историю нашего музея наша делегация побывала на 10 из 24 слетов. Поэтому были очень рады сами побывать там. Дорога, конечно, была очень долгой и трудной. Мы преодолели 10 тысяч километров туда и столько же обратно. Но мы ни разу не пожалели, конечно, что отправились в такой длинный путь, потому что мы встретили там очень много интересных людей, для которых понятие отчизна, честь, история – это не просто понятие, а высшая ценность. Участники слета планируют сделать брошюру и ролик о прошедшем мероприятии. Ребята вели дневники, подготовили иллюстрации. Саша Данилова слепила глиняный бюст Карбышева. Он ожидает обжига и вскоре украсит собой экспозицию. В ноябре музей посетил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяка. Он наградил ребят поездкой в Брестскую крепость. Самые главные надежды возлагают на обещание губернатора помочь посодействовать в присвоении школе имени Карбышева. В данный момент музей ждет официального объявления результатов областного конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию. Известно, что это будет одно из 3 призовых мест с денежным вознаграждением.